Опачки, я что-то не сосал, ёпта, вы что, блядь? И у меня концерт сегодня? Мне тебе не получится зайти. Почему? Позови шефа! Борески, ты что ли? Хули припёрся? А кто, блядь? Хули тебе здесь надо? У нас тут для патриотов клуб, понятно? Ты чё грубишь, волчара? Я патриот самый настоящий. Я видишь? Знаю тебя насквозь. Ты на двух стульях пытаешься усидеть. Потому что я жирный! Россия! Поэтому я на двух стульях сижу! У тебя импортная куртка, импортозамещение. Это Чехословакия, СССР! Какая-то не, блядь! Что не, блядь? Я, видишь, пиво пью российское! Ты чё, волчара? Ты сказал, я не встать его в пяти, блядь! Встать его! Дайте ту... Мочите его! Пьяный, блядь! Борецкий предатель Родины! Мочи его! Голосуй, если не пидор, за Стасона голосуй! Голосуй, если не пидор, за Борецкого голосуй! Короче, блядь, 23 февраля в Анакете здесь, на этом месте, в День защитника Отечества, мой концерт! Всем быть, поняли нахуй, блядь, волчары! Голосуй, если не пидор, за Борецкого голосуй. Голосуй, если не пидор, за Стасона голосуй. Голосуй, если не пидор, голосуй, если не пидор. Голосуй, если не пидор, за Борецкого голосуй. Голосуй, если не пидор, голосуй, если не пидор. Голосуй, если не пидор, за Стасона голосуй. Голосуй, если не пидор, голосуй, если не пидор. Голосуй, если не пидор, за Борецкого голосуй. Как тебе и надо, пидорас! А по телеку сказали, в интернете написали, митинги всем показали, Стас Борецкий президент.